В нашем городе живет 127 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Эти ребята воспитываются в семьях опекунов и попечителей. Именно для них в день Святого Николая сверкала новогодняя елка и звучали теплые слова поздравлений. Пусть Новый год, который скоро уже приблизится, будет для вас годом новых подарков, новых хороших ощущений. Добра, мира, любви, пусть ваши сердца таится постоянно любовь, потому что только любовь сегодня. И добро, оно творит мир. Пусть в ваших сердцах будет добро и тепло. Пусть радость, удача, счастье сопутствуют вам по жизни. И пусть Святой Николай почаще к вам заходит в гости с подарками, хранит и оберегает вас. Для ребят и их семей был подготовлен яркий праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы городского центра культуры и искусств. Дружными аплодисментами встречали зрители танцевальные и вокальные номера. Своими впечатлениями поделился один из гостей праздника с символичным именем Николай. Сегодня для нас подготовили самый лучший праздник в мире. Самые искренние пожелания в этот праздничный день тезка Святого Николая дарит своим сверстникам. Я бы хотела, чтобы у всех девочек была любовь, веселое настроение, веселые дети и счастье. А мальчики, чтобы у них была сила, умение, ум и новогоднее настроение. И, конечно, в этот день мальчишек и девчонок ждут подарки. Их для ребят приготовили городские власти Черноморска, а также предприятия «Украинская черноморская индустрия» и «Трансбалк-терминал».